Включи ящик. Готово. HDR плюс. Почему звука нет? Снимите защитный стикер, откройте клиф батареек. Сейчас открою. Защитный стикер. Нажмите две кнопки. Ага. Закреплен сверху. Что внизу приставки есть две створки. Это мы сделали. Ну давайте еще посмотрим, как тут есть. Вот можно снизу, да? А можно сверху. Мы закрепили сверху. Сделано. Ага, сделано. Но мы записываем на этот телефон. Угу, понятно. Понятно. Магии не будет. Поднесите смартфон к левой стороне Sberbox. Настроить без магии. Ну, черт побери. Так, выбрать 5G, да? Ну, короче, нужно подключить, да, к этому телефону. Ну, ладно. Ладно, тогда сначала сделаем, потом дальше запишем. Окей. Так, пока стоп. Как мы видим, идет загрузка обновлений. Телефон сконнекчен со Сбербоксом. И идет знакомство. Салют, закажи продукты. Вот хорошо, да, только купили, уже есть обновление. Это говорит о техподдержке. Наверное, все так уже делают. Салют, какая завтра погода? Свет, лампочки и розетки идут к нам, купленные 3 лампочки Е14 и 2 розетки обошлись мне в 1500. Я купил на Авито у продавца, которому у меня такое впечатление, что дают зарплату вместо денег лампочками и розетками, потому что он прям по 300 рублей розетки продает. Ну, либо где-то что-то надыбал. Так, салют, позвони родителям. Да, мы обязательно маме купим Sberbox. Не топ, а
просто Sberbox и будем созваниваться. Ну, здесь, я так понимаю, есть еще возможность так подключить Sberbox, развешивая от сети, на телевизоре, прочитайте инструкцию. Мы, к сожалению, инструкцию не прочитали. Поэтому делаем все так, как нам кажется. Готов помочь, когда телевизор выключен. Это хорошо, просто скажите салют. Это очень удобно, это очень здорово. Это получается, как Алиса работает. Ку-ку, не вижу, не слышу. То есть мы можем отключить микрофон. Можно камеру. Сейчас у нас камера специально закрыта. Не знаю уж для чего. Ну, потому что я такой весь красивый стою. Также мы можем жестами пользоваться. Четыре жеста. Это V, это Like, это Dislike. И обычная ладонь. Это Stop. 67% обновления. Ну, на 4К телевизоре, в общем-то, смотрится нормально. Заказывать продукты, скорее всего, в нашем городе не получится, потому что у нас нету самоката. Если честно, я и не особо знаю, что такое самокат. Ну, посмотрим, будем пробовать. Может быть, что-то нам подойдет, что-то нет. Конечно, салют я брал с намерением устанавливать на него любые АПК файлы. Но, скорее всего, я разочаруюсь. И сделать этого не смогу. Значит, будем просить разработчика, создадим какую-нибудь петицию для того, чтобы разрешили это делать, устанавливать АПК файлы. Почему? Могу объяснить. Обычные телевизоры Hyundai, BBK с операционной системой Sber, Sber TV, Sber TV, имеют такую возможность сделать железяку. Вот тоже очень удобная, мне кажется, функция. Мама у нас будет обязательно заниматься спортом, будет Сбер ей подсказывать, как правильно ли она что-то делает. 92%. Опять 99. Поехали. Итак, здравствуй, салют. Sberbox Stop. HDR. Вот это очень прикольно. Значок HDR, да, в правом углу видели? Звук пошел, и все, ну-ка, что тут? Ничего пока не работает на пульте. Надо еще пульт от телевизора. А, вот, есть, работает. Поставим на всю. А там посмотрим, может быть, успокоим его. У нас телевизор, так, камера выключена. Ну, ладно, окей. Салют, мы семейство виртуальных ассистентов Сбера. Нас здесь трое, и все мы можем поболтать с вами, рассказать прогноз погоды и помочь вам с решением различных задач. Меня зовут Сбер, и я предпочитаю общаться спокойно. Афина, Джой, теперь вы. Здравствуйте. Я Афина, и предпочитаю деловой тон разговора. Джой, твоя очередь. Привет. А я Джой. Я очень дружелюбная, веселая, и всегда стараюсь говорить с человеком на «ты». Выбери ниже, кто из нас тебе по душе. Я думаю, что сейчас мы выберем, так, Сбер. Почему? Потому что, ну, так хотим. Началось. Потому что это правильное решение. Все. Так, мы выбираем Сбер, да? Так, как? Что перескакивать? Получается, что вас все устраивает. Нажимаем Сбер. Я Сбер, ваш виртуальный ассистент. Теперь мы можем познакомиться поближе. Когда будет у дочери стоять, мы выберем Джой. Готовы? Готовы? Алло, ты что, не слышишь?
что-то на салют надо нажать, нажимаем на кнопку и говорим: готовы. Так, это поможет мне подбирать рекомендации, упростить процесс покупок через устройство. Так, вот я пока этого делать не хочу, потому что, во-первых, это будет приставка стоять у дочери. И чтобы она вместо меня ничего пока не покупала, мы, наверное, это отложим позже. Так, что нам здесь доступно? Можно я сразу вниз спущусь? Приложения. Да. Все приложения. Открываю каталог приложений. Здесь собраны все мои навыки. Они разбиты по категориям, чтобы их было проще искать. Например, игры или образование. Так, это все неинтересно. Интересно. Чтобы, да, я не вижу возможность устанавливать свои приложения, поэтому все плохо. Так, чисто полистаем. Сбер, открой YouTube. Да, и это главная победа. Объясняю почему, потому что Алиса вам этого не сделает. Она откроет в сети, да, откроет YouTube, а так, чтобы просто открыть YouTube, она не открывает. Она и говорит: я это не умею. Так, ладно, выходим назад. Ну, можно дом, да, нажимаем дом. Так, и еще я хочу быстренько рассказать. А, ну-ка, работает ли пульт LG? Ага, фиг там. Фиг вам. Нет, двигается, да, я двигаю этим. Ну, давайте подтянем кого? Телеграм. Сюда можно подтянуть Телеграм. Авторизуйтесь Телеграм, все, пожалуйста. И вы можете звонки, авторизуйте приложение видеозвонки и звоните своим контактам в Telegram с помощью голосового управления и ал-камер. Круто! Это очень круто! Давайте зайдем в настройки. И, наверное, пока на этом будет все, потому что, ну... Так, Android TV доступно. А, он увидел, знаете что? Он увидел Xbox... какой... Xbox S Android TV на Wi-Fi, что он видит все сети. Здесь видим, вот, давайте вот здесь посмотрим. Заставка через 15 минут. Параметры: вывод звука, управление жестами, вывод звука автоматически. А можно выводить? Нет, лучше автоматически, чем динамик устройства. Динамик устройства совсем уж плохой. Теперь, так, назад. Это я все делаю пультом. Пультом, ой, пультом от LG. Че, куда делся? Вот звука, управление жестами. Включено. Самый верхний пульт. Так, управление этого пультом SEC есть. Да, включено. Ну и вы видите, да, я им двигаюсь. Над экраном. Управление через ИК-порт. А, здесь такая ситуация. Телевизором через инфракрасный порт. То есть, если у вас нету никаких универсальных пультов, то вам можно использовать универсальный пульт, встроенный боксе топе. То есть вы можете включать телевизор с помощью Xbox топа. Так, теперь еще что здесь есть. Анимация работы включена.
перескакивает сразу. Почему сразу вниз? Color Space. Камеры и микрофоны включены. Выравнивание экрана. А что тут? Что тут выравниваешь? Изменить. Настройки HDMI мод. Да, то есть 2060 и больше мы, к сожалению, не можем. Ну и, наверное, и не надо. Так, настройки Color Space. Если кому-то это о чем-то говорит, то вот так вот. Выбор схемы обработки видеоизображения. К сожалению, мне это вообще ни о чем не говорит. Не знаю даже. Вот автоматически встало на LG телевизоре 55 диагональ, какой-то PL6300, что ли. Вот все, настроечки закончились. Что у нас есть? Вопросы. То есть у нас есть номер устройства, есть об устройстве, версия такая-то. Ну вот так вот. Хорошо. А Bluetooth мы обязательно подцепим, скорее всего, колонки. У нас есть и Bluetooth колонки, и есть обычные колонки с ресивером Bluetooth. И посмотрим, будет лучше или нет звук. Так. Подключите устройство умного дома. Ну, к сожалению, вот никак. Пока никак. Что это плюс? Нажимаем сюда, познакомиться поближе. Понятно, позже. Здесь все ясно. Так, устройство. Добавить устройство. Как управлять голосом? Ну, если кому-нибудь интересно. Вот. Значит, Сбер открыл API. Разрешил всем производителям идти в их экосистему. Также пригласили Туя. Для Туя они, по-моему, даже уже написали большое количество скриптов, и у них им легче. Мне кажется, это одно из лучших решений человечества. Хорошо, понятно. Так, пока я со Сбером говорить не хочу, он мне не интересен. Если я позже с ним пообщаюсь, Я запишу ваш вопрос и уточню у разработчиков, могут ли они научить меня этому. А пока можем поговорить о чем-то еще. Домой. Так, вот, слава богу, он тоже домой умеет. Теперь, ну, погода понятна, вот она сейчас подгружается. Сейчас облачно. Температура плюс 20 градусов и легкий ветер. Такая погода продлится до ночи, а ночью температура понизится до 11 градусов. Видимо, по геолокации он узнал, где я нахожусь, поэтому не пишет даже город, где я нахожусь, но тем не менее погоду показывает. Здесь есть браузер. То, чего нету у нашей Алисы. Пожалуйста. А, вот, давайте, причем Firefox стоит. Давайте вот так вот выйдем. Сбер, открой Facebook. Это я с радостью, но придется подождать. Я в процессе обучения. Идиот. Так, Сбер, открой Google. Да, пожалуйста, открой Google. А что он нам открыл? А, это он нашел на YouTube. Понятно. Боюсь, Сбер, я могу открывать... Домой. Сбер, открой Google. Я Сбер, ваш виртуальный ассистент. Сбер, открой Google в браузере. Да, пожалуйста. То есть он открывает страницы, которые вам необходимы. Ну, то есть, скорее всего, заглавные страницы. Если мы войдем, то уже будем под собой. Так. Теперь, так, а вот, кстати, Кинопоиск, это же как Алисина, да, ой, Яндекса. Сбер, открой Кинопоиск. Среди фильмов ничего не нашлось. Ага, поищем на YouTube. Нет, не хочу. Сбер, домой.
он показывает на YouTube. Ага, в браузере, скорее всего, показывает. Так, Сбер, включи ОРТ-канал. Тайм-аут получения данных от провайдера. Понятно. Сбер, домой. Сбер, открой ТВ-каналы. Открыл все-таки, да? Сбер, включи матч. Это что такое? Игорь в Токио. Я не знаю, что это он открыл. Ну, может быть, это и матч, я не смотрю этот канал. Так, Сбер, включи канал ТНТ. Спасибо за вечер. Сбер, домой. Ну, как бы я думал, что это однозначно лучше Алис. То есть я уже увидел прелесть. Ока у нас подписка на 2 года получается, потому что мы купили в рассрочку на 2 года этот Сбер девайс, Сбер бокс топ. Поэтому везде зайдем и будем уже Сбер Плей. Вот, кстати, Сбер Плей. Это тоже интересная штука. Можно, ну-ка давайте не оформить подписку, а сделаю посмотреть. Вид, что это было адресовано не мне. Да, то есть мы видим, здесь у нас Steam, мы видим Origin, Epic Games и предустановленные игры. Это там, я в игры не играю, не знаю, 3 игры какие-то уже есть. Сбер Play можно посмотреть здесь. Так. Да, то есть он так слишком много слушает, слишком много реагирует. То есть ему, в общем-то, и не давали никакой команды, он уже начал там что-то делать. Так, это, скорее всего, просто запросы. Существует ли проклятие мумий? Да. Никаких проклятий мумий не существует. Это естественно. Так, и посмотрим еще в приложениях, что... Если кто-то что-то узнает. Да, очень интересно, знаете что? Для детей. Так, что такое для детей? Смотрим. Слово, мультики. Блин, как здорово. Короче, знакомство может затянуться очень сильно. Поэтому это было первое знакомство. И, в общем-то, наверное, пока на этом все. Здесь есть, вот смотрите, смотрешка, ОКО, YouTube, история просмотров и так далее. Да, что тут еще? Лайер сейчас смотрят, новинки, высокий рейтинг. Ну, это понятно, это, видимо, ОКО, и все по ОКО идет. Также есть музыка, Сбер музыка, там тоже подписка нужна. Вот, чудо-книжки, и вот мне еще нравится вот игра, Сбер сделал сам игру. Вот такую. И там движениями руками и туловищем мы ловим всякие штучки. Полностью согласен с вами. Да, молодец. Умение пользоваться ими облегчит многим так, жизнь. Так, Cats. Чудо-книжки. Вот как раз AR. Функция. Бомбада. Так, куда ты пошел? Назад. Так. Ну, вы видите, да, что, в общем-то, на нем еще мало что стоит. То есть, это все предстоит загружать. И, естественно, он память немножко займет. Может, даже будет тормозить или еще что-то не очень хорошо работать. Ну, посмотрим. В процессе мы проверим, естественно. Это облачные, я говорил, сервисы. То есть, Сберплей. Что-то, я не помню, сколько стоит. Но, по-моему, не меньше 3 или 4 тысяч в месяц стоит.
Сберплей. Но там можно играть поминутно. Все, на этом пока все. Так. Давайте на этом остановимся. И если у вас остались вопросы, задавайте. Я обязательно отвечу, либо что-то проверю, и потом уже скажу конкретно. Но сейчас пока вот так. Если видео понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. На этом пока все.